قالك بيضاني قاعد بورجوكا دي ولا مولا لا مولا لا لا تقول الاخ ما تسيبه كيش دوشو انا اكيد وي ما تسيبه دبي وشو ولا دبي وين دبي يا دار عاش دار عاش دار عاش Команда еще Башмарин. Очень приятно. Здравия желаю. Взаимно как да. Задерживаться не надо, прошу пройти. О, Мазбор. Привет. Прошу, братва. Привет. Сегодня вот мы переместились на новое место. Здесь находимся. Работает штаб Восьмой армии совместно с вашей оперативной группой во главе с Адамом. Здесь главный Кадыров работает. Вот здесь расчет беспилотного летательного аппарата. Нормально? Все нормально. Рабочая обстановка. Да, мы это рабочая обстановка 20 лет. Адам. Здорово, молодец. Молодец. А вот Адам. 13 лет Адам. Ахматила. Удачи, ребята, Дон. Мы победим. Обратного Дон. Пути нет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Город разделили на две части, основные очаги. Все полки у нас задействованы, все работают, да, все на круглые сутки наш штаб ее прожили. Здесь сейчас мы поджали, вот видите, вот основное логово, вот оно идет, Азовстальское, и основное у них для чистки. Взаимодействие на всех уровнях организовано. Когда у нас, предварительно, один бой? Мы выйдем на территорию, блокируем окончательно завод Азовсталь через два дня. И нам дня 3-4 нужно провести зачистку вот этих территорий. В общем, установка, да, нормально. Что от нас нужно, Дон? У нас есть все возможности. Мы привезли до разные гуманитарные там помощи. А формы одежды военной для ребят, там около 900 форм. Медицинских чат купили, оборудовали до. И дополнительно завтра до все, что мы заказали, все будет. И коптеры все будет завтра. Коптеры тоже, да, все будет. Да. Если что-то нужно, то вот любой вопрос, нет проблем, сразу мы со мной в связи, Адаму скажете, мы воины, если вы видите хорошие воины. Довольно отлично. Довольны вы? Довольно отлично, особенно. А наши снайперы как работают, вообще есть пользователи? Есть результат, конечно же, да. Винтовки противника и документы снайперов противника. Есть пожелания, предложения, господа, братья дома мои, родные? Это что, есть у вас? Претензий нету дома? Ну, как самый лучший командир здесь, но... Костя, как ты? Я не ожидал, что из тебя станет воином. В Российском университете спецназа проходил. Да, в курс не зря проходил, поэтому есть результат, да. Нормальный парень, хороший, честный, смелый, мобильный очень, да. Мы его давно знаем, дружим, да. За Россию готов жизнь отдать, это однозначно, да. Чем помочь, смотрел, да? Ну, если экипировкой поможете, будем рады. Да, он. Берцы, да. Ваши тоже ребята передавали, да, привезли. Да, еще разгрузки, то он несут, они часто. Катакоптеры и это тоже передадут. То есть важный момент. Орден дружбы. О. Служу отечеству, да. Спасибо большое. Племен, спасибо большое, да. В следующий раз приедет подписать дом, экономическое, культурное, политическое соглашение, дом. Когда будем восстанавливать дом, республику, будем помогать, у нас есть хороший опыт, дом, хороший строитель, дом.
тоже будет помогать. Это наш долг. Нам президент поставил задачу побыстрее очистить нечистые дома. Следующим домом должны восстанавливать и построить мирную жизнь, как в нашей Чеченской республике. Мы будем выполнять поставленные задачи нашим верховным главнокомандующим, чтобы это нам не стоило. Спасибо. Так, вставай, командующий. Да, хороший мы приняли. Да, полностью. Здесь пулемет не пробивает. Тогда я дальше поеду. Да. Всем удачи. Счастливо. Потом сядем дома, вместе дома. Ахмат, реальная сила. А? Вот так говорит наш командующий, самый лучший командующий дома. С вами мы и все сделаем.